5 апреля в России отмечают День неонатолога. Это врач, который заботится о здоровье ребенка с момента его рождения и до выписки из роддома. В Московском областном центре охраны материнства и детства эту важную миссию выполняет большая команда профессионалов. Наша съемочная группа познакомилась с ней поближе. Они показывают маме только что родившегося ребенка и с этой минуты берут ответственность за его здоровье на себя. Пока малыш находится в роддоме, за ним пристально следит неонатолог. Хороший малыш, с малышом все хорошо. Ростом и весом новорожденного врач тоже доволен. 4 килограмма 54 сантиметра. Патологий никаких нет, ребенок абсолютно здоров. Настоящий подарок на профессиональный праздник. И я хочу от всей души поздравить всех неонатологов с нашим профессиональным праздником. Пусть знания, опыт и профессионализм коллег помогут нашим маленьким деткам быть здоровыми. Это самая главная награда для всех неонатологов. А в этой палате уже готовится к выписке. Перед тем, как отпустить своих подопечных домой, врач-неонатолог еще раз убеждается, что с их здоровьем все в порядке. Утром мы идем на обход, и всех малышей мы смотрим, назначаем прививку, назначаем какие-то процедуры, если вдруг что-то у ребенка, какая-то проблема. Ну, здесь в данном случае лежат абсолютно здоровые детки. У меня первые роды, я, допустим, не знаю, как что. Они все объясняют, приходят, все рассказывают. Но бывают случаи, когда врачам-неонатологам приходится спасать крошечных пациентов. Когда на свет появляется ребенок, требующий особого внимания, к работе подключаются реаниматологи или детские хирурги. Вот вы видите, у нас в родзалах имеются аппараты искусственной вентиляции легких, куда тут же детки помещаются для вспомогательного дыхания, на аппарат искусственной вентиляции легких, аппараты для обогрева этих деток. Ну и тут все приспособлено для приема таких деток. Сейчас в отделении интенсивной терапии только один малыш. Его состояние уже стабилизировалось. Сотрудники реанимации такой тенденции радуются. Если у них мало работы, это значит, что дети, находящиеся в роддоме, здоровы. Мы в основном приглашаемся на роды и появляемся в жизни ребенка, когда его жизни что-то угрожает. Вот за эти 3 месяца прошло 164 ребенка. Все дети, так скажем, в основном в основе своей 80% это недоношенные дети. И были дети, которые доношенные, были дети с пороками развития, с хирургической патологией, которые были переведены в первые-вторые сутки сразу в отделение хирургии для проведения хирургической коррекции. С начала этого года в Люберецком роддоме появилось на свет более 800 малышей. Каждый прошел через заботливые руки неонатолога. Ведь их профессия – первыми встречать новую жизнь. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.